естественно, есть путь решения проблемы, если бы уровень сознания людей дорос до того, что плодить животных в условиях города, это значит обрекать их на мучения. Других вариантов нет, потому что перепроизводство идет в таких масштабах, что у нас буквально в мешках выбрасывают животных, невостребованных людьми. То есть что такое бездомное животное? Нестыковка между спросом и предложением. Людей, которые хотят взять животных в дома, гораздо меньше, чем их производится на свет. Кто поставляет бездомных животных на улице города? Вариант первый – это люди, которые плодят по недомыслию животных, а у нас практически в России люди не предупреждены о том, что надо обязательно стерилизовать своих животных, чтобы не допускать приплод. Вариант второй – это неконтролируемая, абсолютно теневая сфера, заводческий бизнес. Он с приходом 90-х разросся до тоже неимоверных масштабов. В квартирах люди плодят, считая, что это высокодоходный бизнес, насыщая и без того насыщенную нишу и перекрывая пути для пристройства животных с улиц. То есть, понимаете, люди как устроены? Они бы взяли, желая в дом члена семьи, возможно, и с улицы, но когда есть перспектива, снобистские мотивы в такой ситуации работают, предложен вариант хоть какого-то маломальски породистого животного, и в сторону вот этого варианта человек будет склонен. Мы не пережили еще вот этот снобистский бум, который пережили уже в других странах, спокойно берут животных из приютов. Третий вариант – это приплод, который сами бездомные животные рождают в условиях города. Ну, четвертый вариант – это потерявшиеся животные, но они, как правило, аутсайдеры. Их довольно быстро ловят, находят. То есть в основном три варианта. Проблема должна решаться поэтапно следующими вариантами. Не вариантами, нет. Проблема решаться бы, по-хорошему, нужна комплексно. То есть сначала надо информировать людей, запускать программу по центральному телевидению. Хотя бы ролики двух типов, 7-секундные достаточно. Не допуская приплод в условиях города, потому что эти животные обречены. Надо понимать, что в Москве только по официальным подсчетам 26 тысяч было в 2006 году. А после этого, я не знаю, по-моему, не было официальных подсчетов. А второй тип роликов – возьми животное из приюта, помоги городу в решении проблемы. Вот если бы эти два ролика уже были запущены, а нам эфирного времени не давали центральные каналы, то люди бы уже понимали масштабы проблемы. И, конечно, надо показывать страшные картинки, что происходит с этими животными, как они отлавливаются. Потому что сегодня очевидно абсолютно всем в России, что вот те несколько сотен лет, что наша страна занимается отловами с целью убийства, они просто в никуда растранжирили ресурсы государственные, а проблема не решается. С утра до ночи продолжаются отловы во всех городах, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, еще в ряде городов, где в экспериментальном плане были запущены программы стерилизации вместо убийства. Вот по всем остальным городам идет убийство. Стай меньше стало? Стай? Нет, не стало. Меньше их не становится, значит, решения проблемы нет. Потому что на место отловленных животных тут же приходят новые, выброшенные людьми. Потом. Вопрос еще в том, что сама операция стерилизации стоит недешево, и нет льготных клиник, которые ее бы проводили. И я вот в своей округе столкнулась с тем, что недавно была выброшена беременная кошка. Она на каком-то месяце хозяйкой была уже обнаружена вот в таком состоянии беременным. И мой вопрос, а почему допустили 2000 операций, стоит у меня нет таких денег, у меня пенсия 8000. И есть варианты стран, где фактически дефицит даже животных, там ряд стран в Скандинавии, где, чтобы получить животное из приюта, людям нужно массу инстанций обойти,
показать справку о том, что они способны содержать это животное, что они предоставляют ему достаточный метраж, ну и прочее, что они психически вменяемы и так далее. То есть там обобьешь пороги, чтобы получить, и уже будешь очень ответственно к этому относиться. У нас вот пока другая ситуация. Это, к сожалению, менталитет российский, строить потёмкинские деревни, видимо. То есть мы не идем по пути решения проблем. Ну вот такой набор качеств. Эмоциональность, быстро вот опять сейчас реагировать на взрыв, нарыв вскрыли. И надо бы за этот нарыв, уже зацепившись, раскрыть всю проблему, показать.